«Элит» – российская торговая марка качественной и недорогой сантехники. Ассортимент насчитывает более 100 моделей, разнообразных по форме, размерам и комплектации. Перед нами модель 4512 TP-C3, представлена в форме асимметрия. Размер 120 на 90 см, высота 2 метра 15 см. Поддон глубокий с местом для сидения. Данная модель может иметь правый или левый угол установки, который определяется по направлению прямого угла. Видимая часть поддона душевой кабины изготовлена из ABS-пластика толщиной 4 мм. Для его прочности и жесткости предусмотрена металлическая рама, многослойное армирование и каркас из оцинкованного железа. Все это позволяет поддону Элит выдерживать нагрузки до 210 кг. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Он выполняет декоративную функцию, закрывает пространство под душевым поддоном. Каркас поддона имеет все необходимые предустановленные крепления для монтажа, а также регулируемые ножки, позволяющие нивелировать неровности пола и достичь максимальной устойчивости душевой кабины. Дно поддона имеет рельефную поверхность, что предотвращает скольжение, обеспечивая безопасность во время принятия душа. Во всех душевых кабинах Элит по периметру поддона предусмотрены сливные дренажи и непрерывный бортик. Они препятствуют попаданию воды на пол. Сифон с гидрозатвором, которым укомплектована душевая кабина, защитит от неприятных запахов из канализации, а наличие контейнера отстойника позволит избежать засорения сливного отверстия. Заглушка клик-клак позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги. Каркас душевой кабины Элит 4512 TP-C3 выполнен из высокопрочного алюминия с анодированным покрытием. Он обладает высокими антикоррозийными свойствами. Данная модель производится в двух видах остекления – матовом или тонированном. Независимо от вида, двери и стенки изготовлены из термически закаленного стекла толщиной 4 мм. По внешнему краю стеклянных дверей установлена магнитная лента, которая плотно фиксирует двери в закрытом положении, препятствуя попаданию брызг воды на пол. Дверные ролики, стальные, с защищенным подшипником, обеспечивают надежную и бесшумную работу дверей. В торце стеклянных задних стенок установлен силиконовый уплотнитель. Он защищает стыки между центральной панелью и задними стенками от протекания и позволяет использовать герметик только при установке сифона. Латунный смеситель с керамическим картриджем имеет более долгий срок службы. В модели 4512 TP-C3 предусмотрены следующие функции: верхний душ, ручной душ, вентиляция, освещение, сенсорный пульт управления, FM-радио и гидромассаж спины. Массажные форсунки позволяют менять угол распыления. Для удобства эксплуатации душевая кабина комплектуется полочкой, зеркалом и рейлингом для ручного душа. Кабина снабжена подробной инструкцией, что делает сборку изделия интуитивно понятной.